Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. И сегодня у нас получился супер интересный видосик по такой игрушке, как Among Us. Впервые мы решили отыграть катку по ролям. То есть на протяжении всей игры каждый из нас отыгрывал свою определенную роль. И получилось супер угарно, я вам отвечаю. Просто посмотрите этот видос. Я угорал только так. Ну и, конечно же, потная катка за предателя. Поэтому видос тебе 100% должен понравиться. Не забывай подписываться и ставить лайк. Ну а мы начинаем, погнали! Итак, налево, шагом марш! Направо! Левый, правый, левый, правый. Раз, два, раз, два. Смирно! Товарищи офицеры, мы с вами отправляемся на Северный полюс. Там нас будет подстерегать опасность буквально на каждом углу. Поэтому наша задача — бегать вместе, чтобы нас не убили. Всем понятно? Сэр, yes, sir! Да! Доступно и понятно. А теперь Джонни! Джонни, рядовой Джонни! Выйди из строя! Я, сэр! Так, вы идете прямо сейчас драить очки, все остальные на Северный полюс. Итак, ты должен был рассказать историю. Три круга вокруг робота, поехали! Опа! Давай! Джонни, песню запевай! Выходила на берег Катюша. Выходила на берег. На войну шагом марш. Раз, два. Да уж, ребята, это капец угар. Сейчас будет... нет. Ну, было бы реально угарно, если бы я был предателем сейчас. Я вообще, честно, пока не знаю, как у нас будет проходить вся эта катка, но давайте просто смотреть, что будет дальше. Пока просто выполняем задание и передвигаемся со всеми офицерами, так сказать, со всеми рядовые рядом с друг дружкой, как бы друг друга далеко не отходим. Потому что, как я уже и сказал, мы на войне. А на войне вы сами понимаете, что все тяжело. Так что давайте пока будем выполнять задание, и по сути все. Так, кто со мной бегает? Пока никто, ну, голландский бегает со мной. Это хорошо. Так, кто-то еще будет бегать или нет? Ну, что-то он как-то меня странно преследует. Что-то как будто. Так, на генерала покушаться ни в коем случае нельзя, понятно? А, там еще и рядовой Анатолий, значит, да, понимаю. Так, Джонни у нас стоял на камерах. Все понятно. Ну что ж, кто у нас тут предатель-то из рядовых-то, а? Ладно, давайте реально пока просто выполняем задание и смотрим, что будет дальше. Ну, просто реально, типа, мы так угораем, что, как вы сами понимаете, что может произойти. Так, на сканирование там кто-то встать-то не хочет, не, пацаны? Пацаны, никто не хочет, да? Так, ну смотрите, со мной бегает Аси, со мной бегает Джонни и со мной бегает голландский. Они будут вознаграждены медалью за службу и за отвагу, за мужество. Но пока ничего не происходит, я не знаю, скорее всего, вряд ли убийца среди нас, потому что если все-таки предатель был среди нас, то он бы уже действовал, да? Вот, но пока как бы проникновение вражеского, как бы там, противника еще пока не замечено. Я реально как будто с охраной стою здесь просто Они реально как будто меня защищают. Это угар, конечно, это угар. Так, ладно, давайте пойдем спустимся вниз, раз там все свои задания выполнили. Ну, я на самом деле вообще не знаю, есть ли тут смысл выполнять задания в этой катке, потому что вы сами видите, что происходит. Так, кто у нас тут? Толя. Давайте проверим датчик. Но на датчике пока никого. Пока все живы, целы, здоровы. Это по-любому хорошо. Так, у нас отключили свет рядовые. Не теряемся. Сохраняй спокойствие, сохраняем контроль. Спокойно. Пока убийств не допущено. Это хорошо. Все нормально, пацаны. Не, ну это реально прикол какой-то. Почему до сих пор... Наконец-то! Ни одна муха не чихнет рядом с вами, командир. Итак, солдаты, на протяжении всего раунда мой тыл прикрывал голландский, Аси, Джонни. Вы награждаетесь медалью за хорошую службу. Сэр, yes, sir, это честь для меня. Спасибо, сэр. Рад служить отечеству. Наградите меня за одному нас. Каждый сам себя награждает по медали. Я наградил себя медали. Итак, со штаба. Со штаба я наградил тоже себя медалью. Со штаба пришли хорошие новости. Мы никого не потеряли.
Разрешите начать убийство? Разрешаю! Мне кажется, командир, мне кажется, знат 51 это Штирлиц среди нас. Нет. Штирлиц. Принял медаль на себя. Джонни награждается двойной заслугой. Я голосую за него. Спасибо, сэр! Двойная медаль у Джонни. Блять, почему я в Джонни проголосовал? И какой бред происходит вообще в этой игре, я не понимаю. И почему убийц до сих пор нету? Ну, скорее всего, потому что мы бегаем, как бы, все вместе, да? Вот, поэтому убийц, собственно говоря, и вообще нет. Вот, так что, пока не знаю. Так, а я не понял сейчас. Аси, стой, стоп. Он же вставал на задание, которое выполняется, по-моему, 10 секунд. А как он так быстро его выполнил? Так, а вот это странно, Возможно, рядовой Аси, значит, работает под прикрытием. Понятно. Нет! Нет! Задание выполнено, бойца. Первый противник. Нет! Только не голландский, нет! Нет, он был награжден медалью. Какого хуя? Да. Мы потеряли солдата. Где вы нашли труп? Среди нас предатели, это Аси. Минута молчания. Так, разрешите доложить, был справа внизу, никого рядом не наблюдал. Вы все честь отдавали, когда не получение было. Товарищ майор, разрешить доложить. Рядовой Аси Маслов голубой. Не понял. Я в очку не ебался ни с кем. 21 век, как бы, на дворе, нормально все. Да, а где труп нашли? Не разрешать ему огонь из зенитного орудия. К сожалению, офицер Асажан проводит огонь по своим. Прямо заходит в тыл. А я думаю, что потемнело. А где найден был труп? Давайте наградим Аси. Медаль Аси, давайте вручим все. Давайте. Нино, где вы нашли труп? Медальку. Медалью за храбрость и мужество награждается... Асулджан. Аси, восьмикратный герой России. Офицер Кофи! Да, смотри! Знаете, что это знат 51? Я видел, как он не выполнял свои поручения. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за службу. Рад служить. Спасибо за службу. Рад служить. Мы вас не забудем. Спасибо всем. Рад служить отечеству. Он умер как герой. Какой бред просто. Я не могу. Я просто не могу собраться с мыслями. Понимаете, какой бред просто происходит? Я вообще... Это да. Ладно, я реально попробую все-таки довыполнить свои задания. Иначе то, что происходит у нас сегодня в катке, я вообще... Я такое впервые, понимаете? Да, так, где все мои офицеры, где все мои рядовые? Я не понял, почему генерал уходит без охраны, а? Ну-ка, офицеры, где все? Почему? Где охрана? Сейчас всем наряд не очереди пропишу, а ну-ка забрались быстренько в строй. Не, это заметьте вообще, чуваки, реально. Если вам такое понравится, напишите реально в комментах, мы побольше такого поделаем, вот такие вот типа ситуации всякие прикольные постараемся. Ладно, так, почему я реально бегаю один, я этого не понимаю, где все? Ау, ребята, рядовые, я не понял, что это такое вообще начинается, пацаны, данули меня что ли, я не понял, а? Не, ну сейчас три круга вокруг всей карты бегать будут. А, подожди, кого-то убили, ну-ка. Да. Да. Пали, бойцы, стоп! Построились, товарищи. Смирно. Если что, мы потеряли, мы потеряли солдата. Убийство было произведено только что, и в числе подозреваемых у нас Нино, Кюбикс, Фликер и Знак. Нет. В смысле? Мои подозрения, решите доложить, когда я выходил с нижней части, мне навстречу бежали Следак и генерал Кофе.
Скорее всего, генерал Кошин. Генерал-предатель? Сам за репорт. Скорее всего, вот так. Наш генерал нас предал? А ничего, что это была не репорт трупа, а красная кнопка. Да ладно. Секундочку. Как разговаривать с генералом, а? Что-то пошло не так явно. Это Нино. Я принял свою ошибку, можете меня выгонять. Я услышал по вздоху Нино, что ее спалили только что. Что? Нино, вы у нас одна женщина, как бы, понимаете? Да, я не могу быть предателем. Поэтому мы вас не будем выгонять. Есть какие-то вообще, ну, реально, типа... Да, только что Асимаслов был у нас не предателем. Только что было совершено двойное убийство. Почему двойное? Неправильно. Одно убийство. Потому что два убили, да. Голландского... Нет, голландского давно еще убили. Одно? В смысле, давно? Только следа. Его вначале убили. Его вначале. Да. И мы кикнули после этого Аси. Выгнали. Извиняюсь, объебался. Если только не вы, второй предатель. Ну я всегда стоял. Объебался. Я стоял с Егорчиком на камеру. Ну я охранял Егорчика. Так, генерал Кофе, кого выгоняем? Охранник, блядь. Готов охранять. Держал пост этот, как там, Дневальный. А, не знаю, не знаю. Такого мы не проходили. Я, короче, все задания выполнил, я буду с генералом бегать охранять. Кто задание не выполнил? Один уже добегался. Есть сканирование? Нет. А мы не можем говорить. Так, кто задание выполнил, три круга. По карте марш. Ну я не знаю, я тебе все свои задания выполнил. Я давно выполнил. Я тоже. Я бензин. Меня хорошо обучили. Я выполняю их очень быстро. Нет! Четыре медали. Нет! Мы теряем бойцов. Четыре наряда вне очереди. Бля, с ней же все переспали, какого хуя? Осуждаю. Так, я, во-первых, думаю, что Нино не была предателем. Это 100% информация, скорее всего, да. Вот, и среди нас еще остался один предатель, скорее всего, потому что Аси был предателем 100%, потому что у нас был только один килл в предыдущем раунде. Егорик, направо, шагом марш. Вам стоило бы замучиться, генерал. Это вынужденный. Вам стоило бы завалить ебало, мертвец. Вы прикиньте, мы сейчас вместе все стоим, и при вас генерала убиваю. Блин, ну так-то реально было бы забавно, если бы так. Прикиньте, четыре охранника стоит, четыре офицера защищают генерала, и один такой пробирается и убивает. Блин, ну это реально было бы прикольно убить, давайте так сделаем, пожалуйста. Это мне реально делать нечего, но я просто стою, датчики чекаю, типа, и все. Реально, давайте, смотрите, я встану здесь вот на мостике, а вы встанете там как охрана просто, типа, и все, вот так. Все, это пост, мы стоим на посту, просто стоим на посту, все, служим родине. Так, а что происходит? И что это у нас здесь такое? Нет, только не саботаж, побежали рядовые, побежали! Будем про... Генерал, с победой! Молодцы, товарищи! Ура! О, кто был предателем наших рядов? Надо было фликеру убить генерала и уйти красиво, блядь, в закат. Да, да. Я хотел, кстати, сейчас в толпе резануть кого-нибудь, но... Надо было генерала. Блядь, Аси, зачем ты кого-то там убил? На самом деле, я Аси спалил еще в самом начале, когда я к дереву подошел выполнить задание. Да, я быстро сделал. А он встал на Wi-Fi, на скачивание данных, и как только я от дерева отбегаю, за 3 секунды выполнил задание, Аси со мной выбегает, типа, ну... Ну давай, игра, пожалуйста, удиви меня! Да! Фликер, здорово! Так, ладно, давайте пока просто пофейкуем сейчас заданиями, и пусть хоть кто-то придерется ко мне, что я выполняю задания, которых нет ни у кого. Во-первых, все подходили наверх, во-вторых, я реально до конца не понимаю, так ли это работает. То есть, либо задание есть у всех, либо ни у кого, именно на этой карте. Кстати, пожалуйста, напишите про это в комментариях, потому что я реально так и не понял. Потому что все равно кто-то пишет, что задание есть, кто-то пишет, что заданий нет. Короче, ладно, все, не буду отвлекаться от игры, потому что сами понимаете, что играть за предателя нынче супер подно. Я, наверное, пока не буду убивать никого в ближайшее время, пока просто сделаю для себя такое алиби, да, что я выполняю задание. Вот, поэтому... Так, кто там ко мне знат прибежал, да? Ну ладно, не буду тебя убивать, реально. Я как и сказал, так и делаю. Я создаю алиби. А, блин, там свет еще недоступен, я дверь случайно закрыл,
промахнулась. Ну ладно, давайте сбегаем все равно наверх, посмотрим. Вообще, что там у нас кто-нибудь, может, тусует, я не знаю. Может, на камеру... Ну, опа. Здорово, парни, Снат, Чупикс. Блин, на самом деле, мне кажется, что пора уже убивать. Давайте, может, сбегаем, добежим до сканирования, посмотрим, может быть, там... Опа. Здравствуйте. Давайте сам репорт сделаем. Так, нашел труп. Все ТП-шится по карте просто. Пинги. Странно. Может, у тебя бета? Да. Ну, может быть, пинг. А труп просто... на сканирование. Каванский стоит на одном месте, потом хоп, блядь, в другом совсем. Я сейчас, я получается, маг. С Чупиксом, да, по-моему? Сказал на сканирование, нет, Олег? Да, прям Чупик на сканирование. Чупик заходил к нам. Да, я на скане не был, я вообще справа не был, вы гоните, я в лабе не был. Слушай, я слева был. Ино. Да. А кто, ты не обратил внимания, кто еще с нами ключи делал? Олег. Я не делал ключи, кстати. Я, по-моему, тоже. У меня только слева кораблик. Не было ключей. Только там я тоже корабль... задания не было с ключами, прикол в этом. 100% ключи не делал Егорчик, он сразу быстро убежал оттуда, прям мгновенно, как только. Хотя... Не, знаете, там даже бывает, что у людей даже заданий не бывает, так что, бля, к этому тоже придираться. Но у меня не было, например, заданий. У меня тоже не было. У меня тоже не было. Ну вот, я говорю, что-то... Короче, я хотел подловить кого-то. Да. Ты меня хотел подловить? Нет, он не только тебя хотел, он хотел всех. Значит, это Ася получается. Давай. Я не знаю, как вы меня увидели в лабе. Я предлагаю щипать, мы ничего не сможем понять, потому что очень много с левой стороны было, и когда все чинили. А правую сторону было, труп был на сканировании. Блядь, я рядом никого нету, не видел. Только видел Нино, которая была в офисе, загружала файлы и все. В принципе, тут очень невозможно сейчас найти, забейте, скипаем просто. Спасибо. Конечно, я поебальнику должен получить я нахуй. Сам себя голосовал и... Спасибо. Да, прикинь, реально так сделал. Чему? Было бы забавно, реально, если бы так оно и было. Ладно, так, я вроде не знаю, я вроде не под подозрением, но мне надо что-то придумать, как-то окраснить себя, показать всем, что я максимально мирный игрок. Сейчас я пока просто выполняю задание, по сути, можно сделать такую фишку, они пока все равно побежали чинить свет, а я все равно продолжаю фейковать своими заданиями, как вы видите, да. У меня, в принципе, есть одна идея. Пока фликер убежал, да, он может сделать сейчас скилл, да, вот, я в это время... Просто встану на датчик и буду смотреть и ждать, когда сделается килл. И как только сделается килл, я подожду. О, так уже что ли? Так побежали! Так бежим, давай! Все, я должен себя окрасить таким образом. Должен. Я стоял на датчиках. Это ты, Олег? Да. У меня не горит. Я стоял на датчиках и увидел, что оранжевого убили и сделал... Вообще. Нас четверо. Это знат, было. Нет, не это придумал. Это знат, Олег. Мы в четвером были. Знат? Потому что почему? Мы все были вместе в одном месте. Ну это не я. Толи же не было. Толя был разве? Знаешь почему? Да. Нет, Толи не было. Толя не было. Толя был. Толи и Нино забежали. Я не видел Толи. А Фликер был? Фликер раз. Фликер был? Да, меня видел. Я сделал два раза бензин. Забежал, где электричество, свет. Чего ты сделал? Бензин. Не пизди. Когда? Смысле, ты чё, не пизди? Я делал бензин. Это ты, а когда ты сделал? Только что. Потом пошел в электричество. Ты что, ты в начале раунда делал? В начале раунда надо было. Я ебу, что я сейчас тебе, блядь, таскал. Хуйню какую-то вкидываю. Не знаю, ты путаешь, что ты в первом раунде делал. Вы, блядь, путаете, я сейчас сам встаю и... А подожди, труп где? Хожу только это хуярю. Кофе смотрел по датчику, сердцебиение. Я по датчику посмотрел, оранжевого убили, я сделал общий сбор. Я даже голландского вообще не видел. Даже не знаю, где он, и не представляю. Я один был сейчас возле электрички, даже на камеру никто не пришел, не встал. Так что это... Блин, Женя, ну не знаю, насчет всех... Потому что мы все слева. В смысле? Я же запомнил, на левой стороне, типа, я практически я всех то ли не видел, кроме Зата и Олега. Я Толи видел с Нино. Толи с Нино забежали снизу, с... Да. Значит, ты где-то проморгал, Джонни, кто-то убил и пришел бля, к вам. Бля, Знат, ты понимаешь, что сейчас Олег стоял на датчиках, и как случилось убийство, он пошел на кнопку нажал. В это время Толя уже был там. Слева. Кто-то, понимаешь, ты сейчас втыкаешь, у вас два предателя, и ты хочешь мирного убрать просто потому, что он качал бензин и не видел вас. Ну, потому что, бля, Знат, тут проблема твоя, потому что тебя не было рядом. А почему я не должен задание? Я почему должен толпой бегать? Потому что, понимаешь, в чем дело? Знат, потому что тебя не было, потому что ладно, давайте скипнем, жалко его. Ну, реально просто так выкидывают. Да давай. Я еще раз говорю, тебя нет? Да скипнем, давайте, забейте. На кого валить потом... еще? Не, Знат реально делал бензин, но он делал в первом раунде. Как он мог так долго? Я не знаю, я сейчас прям стою, и у меня весь этот ебаный бензин в голове прям...
Я скипал сейчас, я скипал. Я тоже скипал, я тоже скипал. Я объясняю, блядь, просто потому что его не было, все, подозри на него, все, ну, да. Логично. Его Google. Проблема, что его просто не было, и все. Почему голос не налазим? Прекрасно, прекрасно, супер, отлично, пока что идет все так, как и должно идти. Я вне подозрений, я максимально краснил сейчас себя таким мувом. То есть я специально дождался, когда Фликер сделал кил, и сразу же пошел сделал общий сбор. Обычно так делают только мирные, потому что предателям это невыгодно, не скидывают КД и так далее. Короче, я краснил себя, я очень сильно на это надеюсь. Так, ладно, ждем, пока у нас отойдет КД на кил. Все, мы можем убивать, прекрасно. Тогда все равно продолжаем пока что фейковать заданиями и ждем просто того самого, как бы, моментика, понимаете, удачного. Подловим кого-нибудь и вообще прекрасно. Но Аси, по крайней мере, видел то, что я выполнял задание. Давайте теперь просто встанем на камеры, как бы, и все. Так, Аси у нас спускается вниз, бежит к столу. А зачем? Не понял. Он меня как-то спалил или что? Я что-то вот этого... А, он заполняет, все, нормально. Так, Джонни там, Фликер. Аси. Так, слишком много людей в офисе, слишком много людей в офисе. Фликер, Аси, Фликер, можешь убивать, я на камерах стою, братан. Ай, ладно, короче, неважно, давайте все-таки, может, сделаем саботажик сейчас, да? Угу. Вот, давайте сделаем саботаж и починим, все. Мы чиним саботаж вместе с Аси. Аси, ты где там, кстати, я тебя что-то не вижу. Кто-нибудь встанет слева там, пожалуйста. Кто-нибудь? Спасибо, а. Нормально там Ася забыгался. Просто убили, поэтому нашел. Да, блядь, зря чу. Да, зря. Блин, надо было, да. Посмотри, трупы, вы не даете. Да, да. Сорян. Поймем, где убивают. У нас два килла или один сейчас? Один. Сорян тогда. Сорян. А где Фликер бежал сейчас снизу? Я уверен, что это не Ася, например. Ну, Ася сейчас стоял со мной на правом саботаже. Я, кажется, мы с Натом угадали. Слышь, Олег, а меня видно было? Да, тебя это было видно и до этого, когда ты... А, и до этого я тоже... Секунду, Фликер, какие у тебя задания сегодня были? О, сегодня, сейчас. Сегодня? В лаборатории у меня были... На 10 листов, а 4 просто. Смотри, я с медпункта начал, там выполнял задание с телескопом, искал этот корабль, и потом пробирки там сделал, и потом спустился в исследовательскую, выбежал снизу и встретил тебя там как раз. Не, Фликер мог меня убить. Когда ты на датчиках смотрел. Потом я побежал на саботаж, там Толю встретил. Просто тут может случиться такая хуйня, что сейчас у нас знат был, грубо говоря, козлом отпущения, которого пришлось забулить, потому что его не было, и он оказался в итоге мирным. Сейчас будет даблкил. А может это Чупикс? Но я почти уверен, что знат был предателем. Я тоже почти уверен, но типа... не на 100. Просто подозрения на него были максимальные, и вот поэтому... Я в... А сейчас было одно убийство. Чупикс, ты готов, чтобы тебя кикнули? Нет, за что? Зачем? Да я не знаю. За кнопку. Тут я проебался, да, за кнопку. Короче, все тут просто. Если мы проебаем, значит мы проебываем. А в кого кикаем мы сейчас? Я скипаю. А, да? Ну давай. Не, ну просто, типа, у меня Фликер, я видел, откуда прибежал, я мог... Просто, если будем... пойти вниз и чекнуть вообще, где трупы. Я так и делал, я так и... Не, Фликер из офиса, Фликер из офиса. Ребята, просто, если мы вместе бежим, там четверо, да, например, и хотят кто-то дабл-килл сделать, эрр, спамьте просто. Короче, смотрите, в чем прикол. Работает это, ты мертвым будешь на кнопке с репортом, блядь. Да. Да. Короче, смотрите, в чем прикол. Когда был саботаж... Это очень медленный киллер должен быть, значит. Блин, я не успею. Радиата дабл убили. Забейте, я не успею. Быстро. Короче, когда был саботаж, Фликер был около меня, убегал наверх, и уже труп был в этот момент. Понял. Это что? Так что, мне кажется, это вряд ли Фликер. Все хорошо складывается для нас, друзья, я могу сказать это точно, да, отлично, нам остается сделать просто даблкил, так что, по сути, катка должна быть уже наша. Давайте я просто реально буду дальше продолжать делать иллюзии того, что я стою на датчике, как бы, проверяю, и как будто мне реально я сделал до того, там, кто умирает, а кто нет, вот, и просто стоим, ждем, пока у нас закончится КД, и просто сделаем, ну, можно и так сделать, да, можно и устроить, в принципе, саботаж, и... Фликер, самое главное нам сейчас с тобой убить. Сейчас самое главное просто... Я просто не знаю, где Фликер, понимаете? Это... Кто-нибудь прибежит ко мне сюда, пожалуйста. Ладно, давайте не будем так стоять палевно, будем просто реально стоять на датчике, типа, и все. Я надеюсь, что Фликер ко мне прибежит. Фликер. Где Фликер? Чупикс. Фликер! А вот Фликер. Так, Фликер, даблкил. Даблкил делаем, нет? Ой, хорошо, что не сделаем. Короче, у меня ситуация была одна очень классная. Первый раз, когда была такая хуйня, я такой говорил себе... О, помню, в комментах у меня писали, что задание с телескопом у одного человека.
Это бред. Фул бред, фул бред. Вот даже в прошлой катке два или три человека вставали. Да, это фул бред. А кто выполнил с телескопом? Я. Только что. Ну, я сейчас не успел дочекать, я провода выполнил, у меня осталось три задания в... Все, больше за всю катку никто не выполнил больше? Почему, типа... Я не помню. Чупик стоял... Все, Аси, это Аси. Аси, я помню, в катке сказал, что он выполнил телескоп. Я не говорил, это Фликер говорил, это Фликер говорил. Во-первых, это не я говорил. Бред, потому что телескопов можно может быть сколько угодно. Это не я говорил, Джонни. Я заверенно выполнял. Я просто помню, что ты Херов. Я уверен в этом, потому что меня даже не спрашивали за задание, это у Фликера ты спрашивал. Нет, по идее, если было бы два предателя, они просто даблкил сейчас. Фликер говорил. Почему Чупик не стал кнопку прожимать на саботаже на правом? Потому что он хотел пойти вниз, да, налево. Я хотел туда налево пойти. Он хотел, чтобы один остался на кнопке держать, и налево пошли другие человек. Думаю, там никого не будет. Ну смотрите, отчасти, даблкил, наверное, мог бы случиться. Где? Где? Как? Ну, что за вброс? Ну давайте начнем для того, чтобы совершить даблкил. Короче, у меня... Предатели должны видеть друг друга. Ну, у меня... Они хотят толпе ебнуть, правильно? Да. Ну вот да, логично. Тоже отчасти, блядь. Ну вот тут даже, да. Я вот видел Аси, например. Он меня мог ебнуть. Угу. А слева кто починил саботаж? Я... Кофе, да, я видел, он и кто еще? Ты соло был, Олег? Он один был, потом да. Потом ко мне пробежал Чупик с Фликером. Да. Я просто чекал. Я правый пенил и побежал на левый. Хорошо, у меня одно задание осталось последнее в связи. У меня лаба 3, по-моему. У меня тоже мало задание осталось, по-моему, одно или два. Ну я буду бегать потом с вами. Призраки тоже, давайте, да выполняйте побыстрее. Отлично. А как нам повезло сейчас? Как нам повезло, что мы не убили бедного Чупикса? Как нам повезло сейчас? Потому что кто ж знал, что они сделают общий сбор? Кто ж знал вообще? Офигеть, я просто это, понимаете, нам сейчас так повезло, это вообще забейте. Все, Фликер, нам сейчас с тобой нужно просто как-то понять, понимаешь, сконтачиться просто. Мы можем, давайте, ладно, сейчас кто-то на свет должен прибежать, по идее. Ну, по сути, тут Чупикс бегает, можно будет Чупикса убить. Правда, у меня еще 5 секунд КД. Фликер, давай я убью Чупикса. Фликер, иди сюда. Я убью Чупикса сейчас. Все, Фликер, убей просто кого-нибудь. Фликер, иди сюда. Покажу кое-что. Вот, видишь? Все, я надеюсь, Фликер понял, что нужно просто кого-то убить одного, и все. Фликер, давай, я верю в тебя. Просто одного. Все. Да! Блять, я просто... Я не понимаю, почему вы стояли. Нужно было на датчике посмотреть, пойти, бля. Да, чуть долго задание вы выполняете. Я просто уже понимал, мне нужно быстрое задание это выполнить. Я уже хочу, я говорю, что вы стоите, идите на датчик, блядь. Жалко знато. Просто, да. Знато выкинули просто так. Ну что, друзья, на этом сегодня все. Вот такой вот видосик у нас сегодня получился по Among Us. Я надеюсь, он вам понравился. Вы, как всегда, поставили свой лайк и подписались на все наши каналы. Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока.